Все это случилось из-за моего отца. Из-за него мама в таком состоянии. Он заплатит за это. Главное, чтобы с твоей мамой все было нормально. Остальное само решится. Ты об этом сейчас не думай. Спасибо. Ты иди умойся. Чтобы когда твоя мама проснулась, она не видела тебя такой. Аслым. Она пойдет в уборную. Хорошо, пойдем вместе. У меня есть одно дело, я разберусь и вернусь. Если будут новости, сообщите. Хорошо. Озан, ты куда? У меня есть одно маленькое дело, решу его и приду. Ты не отлучайся от девочек. Мне не показалось, что это дело маленькое. Я хочу найти человека, из-за которого мама Аслым в таком состоянии. И кто же это? Отец Аслым. А что он сделал? Да забей. Да скажи же мне, сынок, он что, мучает ее? Он проблемный, что ли? Я тоже иду. Я Гыз. Послушай, никаких вопросов. К тому же вместе мы будем сильнее. Что, я не прав, что ли? Ну раз уж ты тоже идешь, пойдем по лестнице, этот не приедет. Я пойду, вам, наверное, есть что обсудить. Нет, дорогой. Вы тут наслаждайтесь, у меня и так много дел. Хорошо, ладно, потом увидимся, господин Яшар. Что случилось? Расскажи мне, девка, поскорей. Она что, больна была? Подожди, подожди, Илю звонит. Алло. Что случилось, дорогая? Эдди очнулась. Она еще не проснулась, матушка. Мы ждем. Я позвонила, чтобы ты не переживала. Хорошо. Послушай, иногда оповещай меня, хорошо? Ой, две девочки остались в больнице. Слушай, я не могу ни туда пойти, ни здесь нормально посидеть. Я с ума сойду так. Я не знаю, что делать. Ой, ну что ты, дорогая Нуран? А мы здесь зачем нужны, а? Слушай, я сейчас позвоню своему Кураю, и мы вместе отправимся к ним. Ой, Разие, а тебе не сложно будет? Сумасшедшая, что ли? Разве может быть мне сложно? Ладно, я пойду тогда и найду Курая, хорошо? Спасибо, дорогая. Надеюсь, Аллах будет доволен тобой. Удачи на работе, спасибо, слушаю. Ищем мы одного Джингиза. Как же много посетителей у этого Джингиза. С утра это уже вторые. Мы срочно нужно с ним связаться. Его жена больна, надо срочно сообщить. Да ладно, выздоровление ей. Ну подождите, может быть я смогу чем-то помочь. Когда мы его найдем, мы отвезем его в больницу. Что будем делать? А, подожди, если будем бить, заранее скажи. Я в этом плане не совсем опытный. Это номер грузовика Джангиза. Найдете грузовик, найдете его самого. Спасибо огромное, мастер. Желаю удачи. Хорошо, спасибо. Ну, где мы найдем грузовик в этом большом городе? Мы ведь не в Адане. Были бы в Адане, отец бы быстро разобрался. Почему это? Твой отец что там, влиятельный человек? Ой, нет, какой влиятельный человек? Знаешь автомобильную базу данных? У него там есть знакомый. А у вас тут нет такого знакомого? У меня нет, но... Я знаю человека, у которого есть такой знакомый. О, настоящий воришка, Берчин. Разве сейчас время для такого разговора? Неужели ты настолько непонимающий человек? Нет, но... То, что сделал ей отец... Не Аслым. Поэтому я не позволю тебе винить Аслым. Да еще и в такой момент. Ты забудь все, что слышала до этого. Как ты можешь просить меня о таком? Говоришь, тебе он совершил кражу в нашем доме. Нарушил закон. Я знаю, Берчин. Ты никому ничего не говори,
Я с этим разберусь. Да, матушка. Мерчин, где твой отец? Я звоню, он не отвечает. Не знаю, мама, он не дома. А что это у тебя с голосом? Что-то плохое случилось? Аслым? Что не так с Аслым? Да ничего не случилось, мама. Ничего не случилось. Ты не расстраивайся. Что бы ни происходило между ней и Узаном, рано или поздно мы найдем ее слабое место. Ты, главное, не переставай за ней следить. Ладно, я пойду, доченька. Меня подруги зовут. Пока, Маргаритка. Да, я встретился с советом директоров. Они дали разрешение на постройку спортивного салона. Мы начали работу. Ты хотел еще поговорить по поводу увеличения бюджетников? Да, хотел, но не успел. Ну, что поделать, в другой раз. Был бы это другой момент, я бы позволил тебе постучать, а потом зайти. Но повезло, посторонних здесь нет. Говори, Узан, я слушаю тебя. У меня немного времени. У тебя есть знакомый, у которого есть доступ к базе данных номеров. Можешь узнать местонахождение этой машины. Мне нужно найти местонахождение этого грузовика. Озан? Ты сейчас от меня чего-то хочешь? Ну, да. Если сможешь найти, будешь хорошо. Конечно, Узан, конечно. Ну что ты? Как тебе будет угодно, сейчас же найду. Узан, а что такое? Кого ты ищешь? Ничего важного. Это по просьбе друга. Будет достаточно того, что ты знаешь сейчас. Я сейчас все узнаю. Иди сюда. Ой, дорогуша. Ой, моя красавица. Ой, я на все готова ради тебя, тетя Розия. Соболезную тебе, доченька. Как твоя матушка, тетя Хади? С ней будет все нормально. Аслым. Это тетя Розия и брат Курай. Наши старые соседи. Они как-то приходили к нам, но тебя не было дома. Соболезную случившемуся, Эйлюль. Соболезную вам тоже. Спасибо. Вы так потрудились, чтобы прийти? Эй, Люль. Я пойду к госпоже доктору, уточню у нее. Может, она позволит мне зайти к матушке? Хорошо, дорогая. Ой, бедняжка моя, она так разнервничалась, переволновалась. Эй, Люль. Эх, моя дорогая, у тебя лицо такое маленькое стало. Не так ли, Курай? Я сейчас же пойду что-нибудь принесу. Курай, не отлучайся от Эйлюль. Хорошо, хорошо. Правда, не стоит тетя Розия. Пусть купит. Это так больно, Эйлюль. Ну, то есть... Ты не расстраивайся. Ну, то есть, нет, ты расстраивайся, все-таки твоя же она родственница. Нормально все со мной, брат Курай. Слушай, может, прекратишь обращаться ко мне как брат Курай? Ты можешь просто говорить мне Курай? Ничего. Ты ведь старше меня. По-другому я не смогу обращаться к тебе. Озан, ты можешь нормально мне все объяснить? Зачем тебе водитель грузовика? Озан, все нормально? Говорю же, ничего серьезного. Послушай, если ты делаешь что-то, из-за чего у тебя могут быть проблемы, я сейчас же остановлю Мемтаза. Озан. Пожалуйста, не скрывай это от нас. Послушай, если мы можем тебе как-то помочь, никто не может мне помочь. Найду этого человека, мне этого будет достаточно. Да кого? Ты можешь нормально мне все объяснить? Я ищу отца Аслым.
Но почему? Мама Слим сейчас в больнице. Мне нужно немедленно найти ее отца. Боже мой. Надеюсь, ничего плохого не случилось. Почему они не отвечают мне? Эти две девочки не отвечают на звонки. Ладно, Хидео, подруги, а где девушки? Ясно, Мэйли не отвечает мне. Да ладно, гуляют они где-то, развлекаются. Ты тоже что-то разворчался. Никак не имется тебе сегодня, Яшар. Сядь ты посиди, а? Я пойду хотя бы чай заварю. Твой отец тоже об этом не знает, Эйлюль. Вот, возьми, дорогая. Замари червячка. Спасибо. Да, матушка. Эйлюль. Послушай, не могу я больше водить твоего отца за нос. Он интересуется, где вы? Приходи сюда. Мама, как я могу прийти, бросив Аслым? Дорогая, ты приди, покажись на глаза, потом как-нибудь придумай что-нибудь и уйдешь. Ладно, ладно, уже иду. Матушка. Ну же. Открой свои глаза. Как она? Все так же. Она не просыпается. Я прошу ее встать, но она словно обиделась на меня. Она не слушает меня. Моя мама мне позвонила. Отец интересуется очень нами, постоянно спрашивает, где мы. Я пойду посмотрю, хорошо? Хорошо. Ты за меня не волнуйся. Сообщи мне, если что-нибудь будет известно. Послушай, братишка, ну посиди ты, скоро будет все известно. Интересно, что они делают там в больнице. Интересно, ее мама очнулась? Надеюсь. Найти бы этого пятикурушного отца, успокоилась бы она хоть. Но раз что он пятикурушный, так пусть она не знает о нем. Зачем мы вообще ищем его? Нам нужно кое-что ценное у него забрать. Ладно, потому что ты знаешь, будет тебе достаточно. Хорошо. Все, что будет нужно, сделаем. Мемтас СМС отправил. Они нашли грузовик. Пойдем. Учитель? Я-то заново узнал о том, что случилось с твоей мамой. Как она? Почему она здесь?
У нее кровоизлияние в мозг. Как такое могло случиться? Не знаю, учитель. И доктора ничего нормально сказать не могут. Очень критическое положение, учитель. А еще недавно... Учитель. Пожалуйста, хоть без мамы ничего не случилось. Я без нее не смогу жить. Я Шар. Чай готов. Иду я. О, Эйлюль пришла. Здравствуйте, госпожа Нурай. Я узнал о том, что случилось с Хидея. Я оставилась, есть ли новости? Как она? Госпожа Жулиде, откуда вы узнали о случившемся? Озан сказал. Ситуация критическая. Мы можем как-то помочь? Пожалуйста, Яшар ни о чем не знает. Мы ему не сказали. Вы тоже скрыть от него, пожалуйста. Да боже мой, что вы опять от меня скрываете? Если мой отец узнает об этом, он будет разбит. От переживания за тетю он заболеет, уж я-то знаю. Ну, что я могу сказать, доченька, ты-то права. Ой, как же я могла забыть-то, а? У меня здесь есть один знакомый, раз уж я пришла сюда, пойду проведу его. Курай, сынок, ты проводи доченьку Эйлюль до дома, хорошо? Хорошо, ты не волнуйся, иди. Послушай, Эйлюль, послушай, у меня сейчас так много дел, так загружен. Но когда я узнал, что Эйлюль в больнице, я сразу прибежал. Послушай, а ты случайно не проголодался? Если хочешь, я могу накормить тебя хорошенько. Что скажешь? Аллах свидетель, ты наверняка ничего не ела. Хочешь, я отвезу тебя в хороший ресторан? Например, покушаем мясо из Аданы. Брат Курай, в такой ситуации ничто, о еде думать. Мне срочно нужно идти домой. Эй, извини, но не подумал я. Что будем скрывать, дорогой? Мы ничего не скрываем от тебя. Госпожа Нуран согласилась убраться у меня дома. На самом деле, на очереди была сестра Асиль, но спасибо ей. Она решила сначала мне убрать, но мы хотели, чтобы сестра Асиль узнала об этом. Боже мой, я-то думаю, чего у двери так шепчетесь? Ой, извините, пожалуйста, я ничего не слышал. Вы не стойте на ногах, прошу вас, проходите. Спасибо, сейчас Мемтаз придет. Передавайте ему привет. Хорошо, передам. Спасибо вам огромное. Ну что вы, если будут какие-то новости касаемо госпожи Хидея, предупредите нас тоже, хорошо? Хорошо, желаю ей выздоровления. Спасибо огромное. Пока не придет 24 часа, они ничего не смогут сказать. Учитель. Я пойду умоюсь, учитель. Я скоро приду. Учитель. Кстати, спасибо огромное, что вы пришли.
Что это такое? Ну, я знаю, что я с вами сделаю. Змея. Говори, дорогуша. Матушка. Ты же говорила, что нам нужно найти какую-то слабость ослым. Так я нашла эту слабость. Молодец, моя дорогая дочка. И в чем заключается слабость? Отец ослым, воришка. Вот грузовик. Ягос, брат, подожди тут. Он своровал запонки твоего отца? Пробрался к нам в дом и своровал? Да, именно так. Ее мама мне тоже совсем не понравилась, знаешь. Так я еще и сама лично ей в руки ключи дала. Ну ладно. Эта ситуация пойдет нам только на пользу. Мы наконец избавимся от ослым и от ее семьи. Ты клади трубку, я сейчас позвоню в полицию. Мама, стой. Я обещала Озану, что никому не скажу об этом. Если ты сейчас позвонишь в полицию, он догадается, что я тебе сказала. Но... если ты догадаешься, что пропали запонки, тогда и я не совру. Боже мой. Моя дочка унаследовала весь мой ум. Хорошо, дорогуша, хорошо. Я сейчас же вернусь в Анкару. Клади трубку. Какая же прекрасная жизнь. Братец, я что, обманываю тебя, что ли? Это антиквар, антиквар. Это от моего дедушки остался. Это очень ценная вещь. А как звали твоего дедушку? Мне вот интересно стало. А, подожди. Может, его Тарык зовут? Эти запонки были украдены, господин. Ты чего на меня клевещешь, а? Если клевещу, пойдем в полицию. Пожалуйся на меня. Сворованное не покупаю, к сожалению. Ты куда? Послушай, сынок. Отойди, пока я ноги тебе не переломал. Пока ты запонки мне не отдашь, ты отсюда никуда не уйдешь. Хедия. Знаешь, ты всегда в моем сердце была как рана. Эта рана всегда кровоточила. Никогда не заживала. Если бы... если бы у нас был еще один шанс. Тарык. Тарык. Аслым. Я доверяю тебе, Аслым. Потому что... Она...
Хедие. 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 Секундочку, секундочку. Дайте дорогу. Матушка. Хедие.